Продолжаем выпуск. Восстание техники. В Германии на заводе Volkswagen робот убил человека. Инцидент произошел во время сборки двигателя автомобиля. 21-летний рабочий находился внутри автоматизированной установки, когда механизм вышел из-под контроля и придавил мужчину к железной пластине. От полученных травм рабочий скончался в больнице, а в настоящее время ведется расследование. По одной из версий, причиной такого поведения установки могло быть вмешательство другого рабочего. Он находился с внешней стороны и мог случайно неправильно запустить процесс. Это не первый случай смерти в этой компании. В мае прошлого года из-за нарушений техники безопасности умер 44-летний мужчина.